Спасибо, спасибо, живые. Расскажу маленькую историю. Сегодня меня просили, правда, музыканты ее не рассказывать. Сегодня до 6 утра мы сидели в милиции на Садовой улице. Просто потому, что в 3 часа ночи мы ехали с репетицией. И, видимо, некоторым из органов захотелось еще с нами пообщаться в отделении. И практически без объяснения причин нас... Собственно говоря, затащили в котелок и всех вместе, значит, почти всей группой туда повезли. До сих пор непонятно, что же мы такое им сделали и почему вообще это произошло. Ясно только одно. Наверное, те люди, кто еще живы, должны хотя бы словом, хотя бы мыслью постараться, чтобы такого беспредела не происходило. Следующая песня называется «Шел вон!» Чужих монет. Приходит время.
Слышишь меня, казни египетских, алые дни, прорастает терновое семя сквозь плоть. По кипящей земле детский голос звенит, бесы выползли чистую кровь прополоть. 10 казней египетских, головы прочь! Засыпай, милый мой, не смотри в рот беде, поутру будешь с Богом, иначе помочь не могу, не могу, да нельзя тебе здесь! 10 капель скатились по ребрам к земле, 10 слов проронил за колени обняв, не душил, не томил, верил, шел с небом вслед. Ох, не видеть бы солнца грядущего дня! Поколение, 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 поколение,